Всем привет, с вами Елена Смирнова. Сегодня я зарегистрировалась в новой экономической игре. Называется CryptoBirds.org. Значит, так вот она выглядит. Сейчас я еще пониже. Так. CryptoBirds.org – это уникальный проект с возможностью заработка без вложений. После регистрации получаете птичку, которая добывает криптомонеты круглосуточно. Тем самым получаете деньги без ограничений. И их можно будет выводить на свой реальный кошелек. Значит, тут сами уже о проекте прочтете, если кому интересно. Значит, я что? Смотрите, работает проект онлайн 2 дня, а пользователей уже 8500. И это за 2 дня. Это ужас. Вот она меня что-то зацепила. Я так тут полистала. Вот выплаты. 3675 уже выплачено. Значит, последние 10 пополнений. Выплаты. Вот. Ну, что здесь еще такого? Сами посмотрите. Здесь видеоотзывы. Конкурсы, серфинг, она, статистика, контакты. Регистрация очень простая. Там логин, имейл, пароль и начать зарабатывать, и все. Так, я же войду в кабинет. Так вот наш выглядит кабинет. И сразу на главной страничке находится наша партнерская ссылочка. Значит, ну здесь наша статистика. Так, мой профиль. Так, здесь у нас касса. Можно пополнять монетки, ой, деньги. А здесь баланс на вывод у нас. Так, и здесь обмен монет. Отдаете монеты, получаете. Обмен на счет для покупок. Значит, здесь у нас вот майнинг, наши птички. Одна птичка стоит, вот это первая, 10 рублей. Нам дается в подарок. Вот у меня майнятся монетки уже. Они сами уже автоматически все майнится. Так, далее идет серфинг. Серфинг обычный. Я одну рекламку просмотрела. Значит, здесь у нас зона бонусов. Так, бонус выдается каждые 24 часа. Нужно кликнуть по рекламке. Возвращаемся. И появляется вкладочка «Получить бонус». Нажимаем. Мне дали 16 монеток. Так, далее. Зона бонусов. Так, лидеры дня. Здесь у них так, конкурс инвесторов. Здесь. Значит, здесь наши будут партнеры. Партнерочка 3 уровня. 10, 3 и 1%. Также находится наша партнерская ссылочка. Ну и ниже будет статистика. Здесь настройки. В настройках нужно будет указать обязательно платежный пароль. Значит, платежный пароль должен состоять только из цифр и не длиннее 3 символов. Вот. И здесь, если кто забудет, я так понимаю, напомнить. Вот. Далее что? Так, что еще хотела что-то сказать? А, конкурсы, серфинг. Так, новости. Птички показать. Нет, это не то. А нас. Угу. Смотрите, так. Значит, одна птичка у нас стоит 10 рублей, которую нам дали в подарок. И последующая идет от 60 рублей. Ну и далее дороже. Вот. Ну, можно за 60, наверное, взять. Но это уже потом. Сейчас я ничего не буду покупать. Это я попозже... Ну, я по-любому куплю. Значит, смотрите, игровая валюта. Обратите, пожалуйста, внимание. 100 коин монет равна одной монете. Так, значит, а 100 монет уже равна 1 рублю.
Вот на это, пожалуйста, обратите внимание, чтобы потом как бы путаницы, может, какой не было. Вот. Значит, птицы всегда активны, добывают деньги круглосуточно. Так, что они тут еще? Значит, смотрите, что они здесь выделили крупным шрифтом. Вы можете отдыхать, пока они добывают вам стабильные деньги, которые можно выводить. И вот, смотрите, без вложений. Вот. И нашего присутствия как бы не требуется. Вот такая вот игра. Ну что, на этом я буду заканчивать. У меня таких игр много. Помаленечку вывожу. Вот. На этом все. Кому интересно, присоединяемся. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. До новых встреч!